Этим людям можно верить, они верны своему слову. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Они идут к своим целям постепенно, но уверенно. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Люди с буквой Т в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Легче других могут быть низвергнуты с высот достигнутого, или высокое положение потребует от них слишком больших жертв. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Обладатели буквы П в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Эти люди азартны, что нередко провоцирует их на необдуманные поступки. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Прежде всего, носители этого имени уделяют особое внимание благополучию своей семьи и людей, от них зависящих. Буква L в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Для владельца имени с буквой L требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Звук L дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Они всегда стремятся действовать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.